Это вот вторая машина, но она пострадала поменьше. Это здесь просто трэш. Он, как я поняла, летел. Просто в столб врезался, его перевернуло. В Магнитогорске, а это значит в рубрике «У наших южных соседей», вчера у нас влетевших в темпе вальса 3-4 нашей хоккейной автошечки в овертайме в половине пятого часа пополудни, читай сильно засветло, на перекрестке строителей Уральская приключился равный бой двух заморских бездорожников. В одном месте, в одно время несанкционированно сошлись японский Nissan Terrano и китайский Haval F7. Ну, тот, который по-русски читается «Haval». Вот типа раньше «People Haval», а теперь «Haval». Декорация такая. Перекресток строителей Уральская не оснащен светофорами, на что сетуют в сети люди. И движение на нем регулируется исключительно знаками свыше. На строителей главная дорога, на Уральской уступи дорогу. При тусклом свете зимнего, хоть и ноябрьского дня, знаки были отлично различимы, но по какой-то причине 70-летний, может по этой причине, рулевой белого Nissan Terrano 2014 года выпуска, ехавший по Уральской второстепенке, не пропустил по главной китайский кроссовер Haval F7. Влетел ему в бочину. Болид из Поднебесной против своей воли выкатился на тротуар, напоролся на столб и завалился на левый бок. Его 37-летний пилот при кувыркании ударился и на карете отъехал в лечебницу. 70-летний дедуля, 100-процентный виновник замеса, здоровьем не повредился. Чего не скажешь о его 8-летнем Ниссане, морда которого деформировалась весьма заметно. Ну, то есть скорость тирана, во всех смыслах тирана, была довольно-таки увесистой. О! Это какая фигура речи? Увесистая скорость. Народ в комментариях к этому замесу в соцсетке напирал на два аспекта. Во-первых, дескать, дедуле уже 70, он проявил невнимательность и типа того, что ему не место у руля. Я считаю, за такие высказывания вообще сажать надо. Напомню, что 7 октября текущего года нашему национальному лидеру и верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину исполнилось 70, и вот его место как раз у руля, так что поосторожнее, граждане в суждениях. А вы что подумали, товарищ генерал? Ну и во-вторых, надо бы уже давно этот перекресток украсить светофорами. Люди, вы что так гоняете? Вы что не бережете ни себя, ни своих близких? Не гоняйте, вы что творите? Просто трэш.